7-й фестиваль виртуоза гитары. Конечно, честно говоря, каждый раз, сидя в зале, ловлю себя на мысли о том, что волнуюсь за исполнителей, может быть, даже намного сильнее, чем за себя, когда я сам играю. Сегодня на сцене зала Чайковского был дуэт Катуна Твинс. Было хорошее открытие. Ребята по-настоящему зажигали. Но не обошлось и без сюрпризов. На втором произведении, на первой части Баха, не включилась подзвучка у одного из ребят. Я сидел и думал, а что же делать? Ну, то есть вариантов было несколько. Либо я кричу с места, не включи гитару, либо нужно подбегать к первому ряду и тоже что-то пытаться им сообщить. Там такая музыка, что некогда отвлечься. И они, как настоящие профессионалы, решили доиграть до конца часть, подключить этот микрофон и сыграть часть еще раз целиком, заново, чтобы никто не обламывался. Очень хорошую подзвучку. Микрофоны, которые были встроены в гитару, потом этот звук шел через радиопередатчик на другой ресивер, и уже с ресивера наши звукорежиссеры снимали звук на местные порталы. Микрофон перед тобой, он стесняет немножко, в движении стесняет, в чем-то ты начинаешь думать, а насколько ты близко сидишь к нему. Ловит ли тебя микрофон, не ловит, и так далее. Поэтому мне кажется, что звук сегодня был очень хороший, и вот это вот использование радиомикрофонов, микрофонов, встроенных в гитару, это вообще хорошая идея. Ждет уже знакомый нам дуэт. Это Марко Тамайо и Анабель Монтесинос. Они будут играть как сольно, так и дуэтом. Они будут играть классическую музыку в общепринятом понятии, включая обработки песен Битлз, Лео Брауэра и музыку более серьезную, которую написал этот же кубинский композитор Лео Брауэр. Также прозвучат три испанских танца Родриго в исполнении Анабель. Поэтому будет интересно, будет красиво. Ни один концерт не похож на другой. Это будет другой дуэт, который создаст совсем другую атмосферу, который будет играть совсем по-другому, который будет играть совсем другой репертуар. И это будет тоже очень хорошо. Приходите. Еще одна очень важная вещь. Многие из вас иногда не попадают на концерт. Очень часто это связано с тем, что билетов просто нет. Мы решили выйти из этого положения и сделали конкурс. Если вы отвечаете на какое-то количество вопросов, отвечаете, конечно же, правильно, вы выигрываете один или два билета на следующий концерт. Весь этот конкурс проходит на сайте гитарного журнала guitarmag.net, а также распространяется по всем социальным сетям. Происходит все это очень просто. Мы с Димой Смирновым созваниваемся глубокой ночью и начинаем придумывать интересные вопросы про участников следующего концерта. На самом деле, может быть, мы получаем намного больше удовольствия от придумывания этих вопросов, чем вы от отгадывания этих вопросов, но тем не менее, я думаю, что вы получите не меньше удовольствия, если вы отгадаете, выиграете, придете и послушаете следующий концерт. Поэтому не пропустите этот шанс. Мы будем разыгрывать
за день до каждого концерта 2 билета. Используйте Google, используйте вашу эрудицию, спрашивайте других людей. На все вопросы можно ответить. Удачи вам на этом конкурсе и до встречи до концерта. Кто из них Петр, а кто из них Золото. Thank you.